Добрый вечер, уважаемые анапчане, гости курорта. Сегодня мы с вами отмечаем всероссийский праздник День семьи, любви и верности. Праздник, казалось бы, молодой, 9 лет, 9 раз мы его сегодня отмечаем. Но на самом деле он с глубокой вековой историей. И мы сегодня с вами здесь, собравшись на площадь, и те, кто дома остался, погибли по причинам, глубоко убеждены в том, что поскольку будет крепкая семья, в семье будет крепкий дух, и Россия будет от этого крепкой. С праздником вас, уважаемые товарищи! Итак, мы приступаем к церемонии награждения. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Мы приглашаем на эту сцену анапские семьи. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и в честь празднования Дня семьи, любви и верности благодарностью главы муниципального образования город-курорт Анапа награждаются. Семья Баталовых. Татьяна Борисовна и Сергей Александрович. 36 лет в браке, воспитали, продолжают воспитывать 5 детей. Друзья, ваши аплодисменты. Семья Баталовых, мы ждем вас на сцене. Друзья, выходите все на сцену, выходите, вам аплодирует вся площадь, анапчане и гости нашего города. Семья Баталовых, громче аплодисменты! Семья Гусевых, Лариса Ивановна и Андрей Александрович. В браке 22 года, в семье Гусевых 4 детей, старшему 21, а младшему 5 лет. Семья Спорных. Елена Игоревна и Юрий Владимирович. 26 лет вместе. Воспитывают 10 детей, старшему 26 лет, младшему всего 3 месяца. Семья Спорных! Вот это аплодисменты! Смотрите, какая замечательная анапская семья! Полным составом! Семья Кириченко, Любовь Ивановна и Рустам Владимирович. В браке 19 лет, воспитывают 5 детей. Семья Кириченко, мы ждем вас на нашей сцене. Семья Кульковых, Светлана Николаевна и Сергей Вячеславович. 17 лет в браке, в семье воспитывается 4 детей. В браке 45 лет, воспитывает 3 детей. Награждается благодарностью главы города-курорта Анапа. Семья Ситниковых, Марина Анатольевна и Андрей Николаевич. 17 лет в браке, воспитывают 5 детей. Семья Уранян, Наталья Александровна и Сергей Мартынович. В браке 23 года. Воспитали и воспитывали 4 детей. Как в общественной жизни, так и в семейном укладе. В честь празднования Дня семьи, любви и верности, в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, общественной медалью за любовь и верность награждаются. Семья Ласкиных, Николай Петрович и Зоя Анатольевна. Они познакомились при поступлении в Армавирский педагогический институт, а на последнем курсе зарегистрировали брак. И вот уже 41 год вместе. После окончания института по распределению поехали работать педагогами в школу номер 14 села Гекадзор, где вместе уже более 40 лет работают и сейчас.
Почетной грамотой и общественной медалью за любовь и верность награждается семья Скупченко Алексей Николаевич и Вера Петровна. Знакомы с первого класса. После окончания школы Алексея Николаевича призвали военно-воздушные войска. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Вера Петровна окончила Семипалатинский экономический техникум. В настоящее время занимается домом и любимыми внуками. Семья Скупченко в этом году будет отмечать сапфировую свадьбу. Наши аплодисменты этим замечательным семьям. В преддверии праздника в Анапе проводился конкурс «Семейное древо», который становится уже в городе традиционным. Цель конкурса – изучение истории своей семьи. В настоящее время, к сожалению, все больше утрачивается связь с прошлым и с историей. Мы не знаем отчества наших прабабушек и прадедушек, не имеем представления, какими были наши предки, откуда начинался наш род, чем прославил он нашу великую державу. Забываем свои корни, а значит, немножко теряем и себя. Но как замечательно, что откликнулись семьи, желающие расширить представление о своей семье, родословной и семейных традициях. Пробудить чувство любви к родному дому, чувство уважения к малой родине. И мы приглашаем на сцену участников конкурса «Семейное древо». Их уникальные работы вы можете сегодня увидеть на стендах перед нашей сценической площадкой. Вот аплодисменты участники «Семейного древа» на сцену. Участники конкурса, мы ждем вас! Как нас много сегодня на этой сцене, это замечательно! Диплом за участие в муниципальном конкурсе «Семейное древо» за вклад в укрепление института семьи, возрождение преемственности поколений и сохранение семейных традиций награждаются. Семья Павленко, Мария Валерьевна и Андрей Анатольевич.